Действительно, турецкая сторона в декабре обозначила интерес к увеличению объемов закупаемого в России голубого топлива и дальнейшему развитию взаимодействия в газовой сфере. Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность приступить к предметным переговорам по этому вопросу, так как наращивание объемов на запрошенные 3 миллиарда кубометров сопряжено с необходимостью решения ряда технических вопросов на уровне экспертов, заявил Иванковский. Относительно товарооборота между Россией и Турцией посол заявил, что страны вышли на докризисные объемы. По данным турецкой статистики, в 2012 году объем товарооборота между нашими странами превысил 33 миллиарда долларов. Для российского же «Газпрома» на сегодняшний день Турция является единственным крупным рынком, который продолжает уверенный рост.